Разве не стоит ее уже прикончить? Я сделаю это. А я позабочусь о теле. Выкину в горах, медведи сожрут ее. Всем привет! Вы на канале DevPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить Грысаю Фантомный Трейлер. Лайки и комментарии под этим видосом, ну и погнали! Чёрта с два! Теперь, когда все в сборе, проведем инструктаж! Ну, давай проводить, алло. Крис? Да. По словам агента Сирс, который следил за ситуацией, мисс Арисаку увезли в направлении промышленного парка Таухин. Это огромная территория. Не волнуйтесь, агент, который следит за ней, сейчас отметил для нас точное здание на карте. Танато-сан? Кстати, Танатос... О, это баба. Простите, у меня на посту случаются неловкие херни с голосами. Ну, такой уж я. Я отправила карту местности на ваше устройство. Пожалуйста, подтвердите. Указанное здание – это завод по производству тяжелохимических веществ, который был закрыт в 1992 году. Это было излюбленным убежищем Хитайоши Такео с тех пор, как он стал главой банды Хитайоши. Заброшенный завод? Как предсказуемо. И привезти заложника туда, где полно его следов, он еще глупее, чем Рена? Разве это было не очень обидно только что? Но я сомневаюсь, что даже банда Хитайоши могла ожидать подобной ситуации. Эта женщина похитила мисс Арисаку. И позже она связалась с пятью мужчинами, каждый из которых прибыл на место происшествия спустя некоторое время. Сканирование сети показывает 8 телефонов на месте. Я не могу обнаружить сигнал с личного мобильного телефона Арисаки Шиори. И не могу перезапустить устройство удаленно. Вероятно, батарея была удалена. Они более осторожны, чем я первоначально думала. Количество телефонов не соответствует количеству людей. Кто-то носит несколько? Скорее всего, это их босс. Такео Хитайоши. Танато-сан, ты можешь управлять камерами на их мобильных телефонах удаленно? Функция камеры была отключена на 4 устройствах или не обнаруживается по другим причинам. Однако я могу включить камеры на остальных 4. Ничего не видно, видимо, они лежат у них в карманах или сумках. Как очевидно. По крайней мере, мы должны быть в состоянии услышать их. Можешь настроить чувствительность микрофона? Я делаю все, что могу. Много помех. Думаю, невозможно будет что-то услышать, да? Благодаря цифровому анализу я смогу улучшить четкость звука. Хотя, вероятно, это просто фоновый шум от окружающих заводов. Страшно просто ворваться, не имея понятия, чем они вооружены. Даже если мы знаем, сколько их. Ну, а дронов там запустить для начала, а? Тогда я проберусь первой и проверю обстановку. Я могу на тебя положиться? Это моя работа. Положитесь на меня. Как только мы прибываем на место, Тока, ты взбираешься на крышу одного из ближайших заводов, в зависимости от того, где лучший вид. Будет трудно проникнуть туда, если они все еще фактически работают, понимаешь? Должно быть легко. Просто перекинь чехол от винтовки через плечо и повесь на шею камеру. А затем спроси их, можно ли тебе сделать несколько фотографий великолепного ночного неба. А винтовка никого не будет смущать? Ну ладно. Люди редко отказывают милой девушке в униформе, понимаешь? Подумай о времени. Любой девушке, появляющейся в школьной форме в это позднее время, просто скажут пойти домой и лечь спать. Или трахнут в подворотне. Если окружающие заводы отпадают, то соседняя вышка тоже сойдет. Если Мурасаки случайно напортачит, пробираясь внутрь. Просто сзади... А, просто всади все пули в помещение через одно из окон и беги.
Твои планы всегда так совершенны. Не переживай. Я и Крис будем ждать в фургоне. Мы приедем и заберем вас, как только вы закончите. Мурасаки может? Не нужно меня подбирать. Мне легче уйти самостоятельно. Я все равно взяла с собой свой велосипед. Все будет хорошо. Эй, мастер, а что насчет меня? Ты, как всегда, ворвешься и сделаешь свое дело, когда я дам знак. Что? Снова я одна? Все было бы намного проще, если бы была еще одна служебная собака. Знаю, я сделаю что-нибудь с этим в будущем. Просто потерпи сегодня. Я угощу тебя раменом на обратном пути. Мастер, ты всегда думаешь, что можешь заткнуть меня, просто ткнув мне в лицо еду. Ты знаешь, что это неправда. Раз уж мы заговорили об этом, мне нужен наводчик. У нас был ребенок, который добровольно вызвался на эту работу. И ты довела его до слез, так что он убежал, не так ли? Чё? Ты меня в этом обвиняешь? Обязательно сейчас обсуждать это. Сконцентрируйся на работе. А ты, Рена, справишься лучше самостоятельно, да? Все, что движется, враг. Она бешеная собака и бросается на все, что попадается ей на глаза. Просто не убей по ошибке заложницу, поняла? А в этом есть смысл? Разве нет способа как-то пометить их всех, как на стрельбище? Синий для босса, красный для заложника. С помощью термоскопа можно в некоторой степени разобрать положение людей через стену. Но сказать точно, кто из них кто, довольно сложно. Мисс Арисака, вероятно, связана так, что ее можно отличить от других по позе. Хотя это будет трудно разобрать, если у нее тепловой отпечаток пересечется с другими. Если я смогу подобраться достаточно близко, я вышлю точное местоположение как заложника, так и противника. Просто подтвердите это, прежде чем ворваться внутрь. Это ясно, Рена-сан? Не стреляй в заложника ни при каких обстоятельствах, хорошо? А? Ты передаешь мне тайно все-таки стрелять в нее, верно? Что? Нет! Очень четко было сказано не стрелять. Во всяком случае, мы почти у нашей цели. Хватит шутить. Так что, ты просто прикалывался? О, идиотка, никогда не пинай водителя. Остался ровно час. Я надеюсь, мисс Арисака все еще жива. 22:00. Добрый вечер всем, Арисака тут. Боюсь, довольно сложно объяснить, как именно я оказалась в этой ситуации. Как-то все пошло наперекосяк. Весьма наперекосяк. Как я уже и говорил, нахрена мы ее похитили? Можно было просто забрать у нее права и припугнуть. Она бы ничего не сказала, понимаете, о чем я? Ага, она японка, достаточно немного припугнуть, и большинство будет молчать. Но мы уже сделали это, так что чего вы тут треплетесь? Это все из-за того, что вы кучка девственников. Причем тут это? Не вижу ничего общего, я не девственник. Китаёши-сан, что нам делать? Связаться со штабом? Это правильно, что? Если сделаешь это, то они убьют не только девка, но и нас заодно. Тогда что нам делать, босс? Товар у нас, нам только нужно решить, что сделать с этой сукой. Может, кто-нибудь убьет ее, переждет и вернется обратно. Твою мать, несешь какую-то хуйню? Разве эта сука не должна принять ответственность за то, что сделала? Почему это должен делать кто-то из нас? Это коммунизм или что? Что? Ты обращаешься ко мне? Ты вообще знаешь, что такое коммунизм, придурок? Трусиха!
Бля, ненавижу иметь дело с такими трусами, как ты. Ты прикалываешься? Слушай, я убью обоих. И тебя, и эту сучку. И даже специально потрачу на тебя немного времени, но... Как насчет этого? Сколько можно устраивать тут комедию «Три балбеса»? Сколько еще будете тут припираться? Неважно, заканчивайте уже с этим. Прекрати себя вести так! Будто тебя это не касается! Если устал ждать, тогда исполняй сам, чмошник! Я сейчас дам тебе большой и страшный магнум! Как насчет этого? Босс, эти парни абсолютно бесполезны! Серьезно, им нужно начать заново, как уличным барыгам. Босс? Эй, мне это все не нравится! Что ты имеешь в виду? Не чувствуете? У меня мурашки по коже! Что-то висит в воздухе, понимаешь? Не могу уловить! И вы тоже нервничаете, Хитаёши-сан? Ебонька. Чего ржешь? Сейчас не время для этого, а? И над кем ты тут смеешься, а? Надо мной! Простите, мне очень жаль! Я не говорил тебе извиняться! Я хочу, чтобы ты сказал, над кем ты смеешься, плохо слышишь? Но, думаю, тогда тебе не нужны уши, если они не работают, да? Да! Извините, я был неправ, отпустите, умоляю! Зачем она это делает? Ха! Вы утомляете меня! Давай, поднимайся! Сколько еще будешь валяться на земле, как дерьмо собачье? Люблю эти анимешные шушки. Извините, я бесполезный кусок дерьма. Немного увлекся, не так ли? Теперь слушай. Возьми своих корешей и осмотритесь вокруг. Да, босс, простите, босс. Босс? Как я и сказал, мне это не нравится. Вы смеетесь сейчас, но мое шестое чувство не просто чих какой-то. Помнишь это нападение на старой площади... Кузуда, 2 года назад. Тогда я тоже это чувствовал. Хочешь, чтобы мы поторопились и убрали девчонку? Да, еще немного времени. Знаешь, наверное, эта женщина причина, по которой я так дергаюсь. Эта девка, разве это не самая обыкновенная сучка? Их таких миллионы. Правда? Но вот это странно спокойно в подобной ситуации. Это ведь ненормально, так ведь? Не уверен, разве они не все такие? Да что ты понимаешь, паршивый девственник? Да че они все девственниками обзываются? Ты видел только чертовых обдолбанных шлёх. Обычно они визжат и рыдают в такие моменты. Реально задолбывает. Но это даже не дрожит. Либо у нее стальные яйца, либо она настолько обосралась, что все происходящее кажется ей нереальным. Что же это? Разве не стоит ее уже прикончить? Я сделаю это. А я позабочусь о теле. Выкину в горах, медведи сожрут ее. Босс? Обычно нет ничего хорошего в том, чтобы убивать женщину вот так. Но то обычно. 22-20! Ниндзя на связи. На втором этаже с восточной стороны выбитое окно. Я могу влезть через него. Подожди. Только еще не на позиции. Твою мать. Ниндзя, ты где? Я тебя прибью, понимаешь? Оставьте ругань на потом. Ты нашла место, Тока? Я на позиции. Твоя локация? Я на макушке радиовышки на востоке, в 20 метрах над уровнем земли, расстояние около 200 метров. Ты видишь Мурасаки оттуда? Нет, не вижу. Эй, ниндзя, помаши мне.
Где ты говоришь? Я за тобой! Видишь вышку с мигающим красным огоньком на ней? Теперь я тебя вижу. И я тебя тоже! Крис, отметь их позиции зеленым. Поняла. Я скачала карту здания, и сейчас перешлю ее всем. Где ты сейчас, Рана? Западная сторона здания. Я отмечу свою позицию и отправлю вам. Поняла. Я обновлю текущую позицию. Погрешность составляет 60 сантиметров. Но любые ограничения GPS-сигнала будут сняты. Как только мы начнем работать, и у нас должна быть точность нахождения до 10 сантиметров. Ого. Тока, что делает Сали с твоей стороны? Все довольно мутное, но я вижу одного из них. Я могу снять его, если хочешь, но сначала мне придется выстрелить ему в ногу. Прежде чем я смогу сделать выстрел в грудь или голову. Я ни за что не смогу выбить его одним выстрелом. У нас будут проблемы, если он предупредит остальных. Звук других заводов достаточно громок. Я смогу. Ну, попридержи коней. Мурасаки, начинай внедрение. Попробуй выяснить точное местоположение всех целей, не вызывая подозрений. Отметь, если сможешь, где находится заложница. Поняла. Ниндзя выходит. Я сомневаюсь, что здесь есть какие-нибудь охранные лазеры или мины. Но лучше проверить. Поняла. Мы уже знаем, где находятся все противники благодаря их телефонным сигналам, поэтому нет необходимости проверять их местонахождение. До тех пор мы знаем, патрулируют они или ушли в оборону. Принято. О, это действительно пиздец, как умно! Наш босс один из этих чипсин, да? Как они там называются? Знаешь, эти убийственные хрени? О чем ты, бро? Они как психопаты или что, да? Вот, точно! Один из этих картофельных палочек! Что? Блин, это ж... Чё-то мне так перевели, видимо. Нужно быть полным психом, чтобы вот так выбивать дерьмо из своих же дорогих маленьких подручных, понимаешь, о чем я? Это плохо. Что случилось? Вошла парочка охранников. Ты можешь спрятаться? Я попытаюсь. Ого. Мурасаки, ты в порядке, да? Мурасаки! Но серьезно, бро, он реально иногда ведет себя как мудак. Вот что насчет этого? Если я когда-нибудь стану боссом, то я буду прям справедливым, серьезно, чувак. Йоу, бро, уверен, что мы сможем тут просто стоять и трепаться. Уверен, что мы сможем тут просто стоять и трепаться. Он ведь сказал нам пойти и осмотреться, а потом сразу вернуться. Да ну, чувак, ты что-то видел? Слушай, я только предполагаю. Предлагаю, окей? Просто предлагаю. Что, если мы оставим Хитаёши и будем сами по себе? Присоединишься ко мне? Серьезно, бро? Да, два дебила — это сила. Просто размышляю на тему «что если?». Так что насчет этого? Ты со мной? Знаешь, это еще не точно. Но Итагаки-сан из штаба реально присматривается ко мне. Он даже угостил меня выпивкой одной ночью. Ясно. И знаешь что? Сакай-сан из Цуроми тоже был там. И он был прям восхищен мной. Думаю, дочка Сакай-сана тоже ко мне неровно дышит. Вау, бро. Правда? Знаешь что, я был рожден, чтобы пробиться к верхам. Я... как там их называют? Киберзвезды. Но знаешь, я застрял позади Хитаёши-сана. И до сих пор должен терпеть его побои. Вот что с этим делать?
Эх, чувак, это дерьмо происходит не по твоей вине, бро. Вот да, чёрта с два! Ты тоже так думаешь, да? Слушай, бро, эта коробка уже была здесь, когда мы вышли? Ебанк. Ого. Я говорю! Я серьезно думаю насчет этого! Мы должны отделиться или что-то в этом роде! И что потом ты спросишь? Смотри, я нормальный паренек. Я о вас всех позабочусь, пацаны! Я буду выслушивать все, что вы мне скажете, обещаю! Да, тому уже похер. Но, чё думаешь? Заставляют задуматься, верно? Только на секунду. Конечно, Хитаёши-сан помогал нам на протяжении многих лет. Он тот, кто спас наши жопы. Когда все полицейские вмешивались в наш бизнес, да? Так что я не хочу, чтобы это выглядело, как будто я его предаю. Эй, ты меня слушаешь? Чё? Минус 2 дебила. Фух, спасена картонной коробкой. Все-таки они очень важны на миссиях по внедрению. Извини, Харуто. Что ты сделала? Меня почти обнаружили, так что я убила двоих из них. Кто-нибудь заметил? Наверное, все в порядке. Что же, что сделано, то сделано, и у нас немного времени. У тебя 3 минуты, чтобы обыскать помещение. А потом я хочу, чтобы ты отступила. Принято. Ну, она пойдет осматривать помещение, но это уже будет в следующий раз. А сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.